В подпольных цехах, расположенных в Заднепровском и Ленинском районах города Смоленска, сотрудники полиции задержали 7 граждан, которые были задействованы на производстве. Они подробно рассказывали о своей деятельности. Работал. Что именно делали? Ну, наверное, пропустил. Паковал коробки. Коробки с чем были? С водкой. Водку из чего делали? Вода, спирт. Ранее оперативники установили адреса подпольных цехов и складов, где хранится спиртосодержащая жидкость, а также оборудованных помещений, в которых осуществляются разлив продукции, наклеивание этикеток и специальных марок. В помещениях обнаружены 2 линии по разливу технологическое оборудование, свыше 5000 литров спиртосодержащей жидкости, около 6000 бутылок продукции различного наименования, более 48000 пустых бутылок различного объема, свыше 18000 водочных этикеток, коробки с пробками для бутылок, федеральные специальные марки с признаками подделки. Все обнаруженное изъято. Полицейские установили личности подозреваемых в организации противоправной деятельности. Во взаимодействии с бойцами СОБР 35-летний и 43-летний местные жители были задержаны. По месту жительства одного из них оперативники обнаружили склад, на котором хранилось свыше 2500 литров спиртосодержащей жидкости. Алкогольная продукция направлена на экспертизу. Общая стоимость изъятого составила около 3 миллионов рублей. В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание лишения свободы сроком до 6 лет.